Всем привет! Это видео-версия сайта военноедело.com. Владимир Путин рассказал о поразившем его историческом факте. Президент России Владимир Путин сообщил, что был поражен одним из исторических фактов, который узнал из архивных документов. Несколько дней назад обнаружил факт, который меня потряс. За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови, цитирует президента РИА Новости. Об этом историческом факте российский лидер сообщил, выступая на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле. Напомним, на данный момент Владимир Путин присутствует в качестве главного гостя на израильском форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». В этом году памятные мероприятия приурочены к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.com.